Сегодня ряды отечественной анимации пополнились полнометражными фильмами, такими как «Музбалах», «Ертөстік» және «Айдахар», «Культегін», «Казах елі», «Тарих керуені». Картина пропагандирует историю прошлых лет и великие подвиги. Қажымақан деген, Туағай деген, тағы да Керей мен Жәнібек. Мен халықты, Человек-паук, Маша Медведь. Мен қазақстан мультфильмдер және батырлар шығарған мультфильмдерді қатты жақсы көремін. Мультик, Маша Медведь, ертегілерді ұнатам көруге. Леди Баг, Барби, Алдар Көсе, Маша мен Айю, Элвин мен Ала Қожындар. Большинство мультфильмов, которые сейчас показывают по телевизору, сложно назвать грамотно выстроенными как с педагогической, так и с психологической точки зрения. Популярные зарубежные мультфильмы, американские, японские, пропагандируют иную культуру. Родительская и педагогическая общественность обеспокоены агрессивным содержанием кинопродукции. Зарубежной анимации очень много сцен, негативно влияющих на психологию ребенка, таких как перестрелки, злодеяния, неуважение к старшим. Здесь родителям важно следить за тем, что их ребенок смотрит, будь по телевизору или в социальных сетях. Детям до 7 лет необходимо показывать отечественные мультфильмы. Тогда у ребенка формируется уважение к казахскому языку и культуре. Причина больших просмотров зарубежных мультфильмов зависит от яркой и качественной анимации и монтажа. Это и привлекает маленького зрителя. Казахстанский аниматор Сабыр Абдикадыр отмечает, в последние годы отечественная мультипликация набирает обороты. Много молодых специалистов, работающих над этим процессом. Но нужно учитывать, что для развития необходимо запустить телеканалы в регионе. Если судить по зрителю, то у нас в Казахстане всего несколько анимаций. У нас не сформировать рынок и конкуренцию. Необходимо инвестировать в это. Большое влияние на развитие и воспитание детей оказывают мультфильмы. Специалисты и научная психология констатируют. Ребенок повторяет то, что видит. Поэтому есть большая необходимость развивать отечественную анимацию. Муслима Асхатова, Камила Абдельманова, Мауржан Смагулов, Берік Манап, Кукши Ахпарат.